Посмотрите, взгляните, вы видели? Вы где-нибудь видели, чтобы такая секира отстегивала, отбивала целые куски? Ну, что еще вам показать? А теперь смотрите, что я делаю. Я вот это выбрасываю, это мне не надо, и беру апельсин. Оля, подходи. Оля боится. Смотрите, что я делаю. Я специально демонстрировал вам. Вы думали, они затупились? А теперь, внимание, смотрите, что я вам показываю. Вы видели, какие тонкие кусочки? И этим великолепной сталью, этим великолепной заточкой каждый нож обладает. Смотрите, что я вам показываю. Не верят, смотри, ну вот, давай будь вот так вот. Не знаю, покажу. Итак. Слушай, а ты знаешь что? Ты видел вообще, какой у тебя срез аккуратный получился? Я в шоке, друзья. Я вообще не планировала на это обращать внимание, но это просто поразительно. Прям ровненько срезал. Олечка, Олечка, давай я отойду, чтобы было видно. Дорогие телезрители, вы думаете, получаете один топор? Стоп! Минуточку внимания. Что вы получаете? Давайте на чистом покажу. Вы получаете прекрасный топор, который идет в комплекте. Раз. Нож 20 сантиметров. Мой любимый шеф в поварской, дорогие телезрители, самый мой любимый, я обожаю его работать. Нож для разделки больших корнеплодов, для разделки рыбы в комплекте. О, вот этот я люблю. Вот это обыкновенный коренной нож и 9 и 10 сантиметров. А теперь взгляните сюда. Вот эта подставка входит в комплекте.